Добрый день, дорогие шестиклассники! Меня зовут Быкова Людмила Федоровна, и мы начинаем урок развития личности. Тема сегодняшнего урока – окружающая среда и здоровье человека. Воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье. И сегодня на уроке мы с вами выясним, как влияет окружающая среда на здоровье человека. Рассмотрим, к чему может привести неразумное использование природных ресурсов. Окружающая среда оказывает постоянное воздействие на здоровье человека. В процессе длительной эволюции человек приспособился к определенному качеству природной окружающей среды, и любые ее изменения не проходят без последствий для его здоровья. Что же является важнейшими элементами окружающей среды человека? Итак, это гидросфера, суша, животные и растения и атмосфера. Важное значение для всех биологических форм жизни имеет атмосфера, так как жизнь живых организмов поддерживается соотношением кислорода и углекислого газа в атмосфере. И мы сейчас с вами рассмотрим каждый элемент окружающей среды отдельно. К чему же приводит загрязнение атмосферы? Загрязнение атмосферы может быть естественным. Это результат извержения вулканов, пыльные бури, лесные пожары. А также оно может быть искусственное, то есть то, что делает человек. Это промышленные выбросы, это автомобильный транспорт, промышленные предприятия, выбросы химических и радиоактивных веществ. Искусственное загрязнение атмосферы – это промышленные выбросы, сточные воды, продукты горения, выхлопные газы автомобильного транспорта. Каковы же последствия загрязнения человеком атмосферы? Это разрушение озонового слоя, увеличение кислотных осадков и вредных выбросов в атмосферу. Это все приводит к потеплению климата, а потепление климата ведет к парниковому эффекту. Человек загрязняет окружающий мир, и за это он расплачивается своим здоровьем. Так, разрушение озонового слоя Земли ведет к росту числа заболеваний раком кожи. Особенно страдает от загрязнений воздуха дыхательная, сердечно-сосудистая и иммунная система человека. При высокой концентрации сернистого газа, пыли и дыма возникает ядовитый туман – смог, который вызывает обострение легочных и сердечных заболеваний. Следующий элемент окружающего мира – это гидросфера. Вода занимает особое место в жизни человека. Она входит в состав любого организма. 97% воды на нашей Земле – это соленая вода, которая практически не используется. И только 3% – пресная вода. А знаете ли вы, что без воды человек может прожить не более 3 суток? Человек в результате своей деятельности загрязняет и воду. И основным источником загрязнения воды – являются разливы нефти и нефтепродуктов, органические удобрения, различный мусор, сточные воды. А как влияет на здоровье человека употребление некачественной воды? Некачественная вода является источником распространения инфекционных заболеваний – холеры, брюшного тифа, дизентерии, гепатита. Также содержание тяжелых металлов в воде ведет к тяжелым отравлениям. Грязная вода может содержать яйца и личинки гельминтов. Следующий компонент окружающего мира – это суша. Она важнейший элемент биосферы. Недра – это верхняя часть земной коры, в которой добывают полезные ископаемые. А почва – это верхний слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь. Вот эти два элемента и составляют сушу. К чему приводит загрязнение почвы?
Нарушение состава почвы ведет к изменению количества микроэлементов. Накапливаются болезнетворные микроорганизмы. Из-за эрозии почвы образуются оползни, ураганы, смерчи, что приводит к многочисленным жертвам. Растения и животные играют важнейшую роль в жизни человека. Растения обеспечивают существование жизни на Земле, а животные – это источник белкового питания, поставщики кожи и меха. Что же загрязняет леса? Это гниение древесины, стоки воды, кислотные дожди. Вследствие жизнедеятельности человека многие виды животных вынуждены переселяться на новые места, а некоторые погибают. Кроме того, человек сам истребляет многие виды для своих нужд. Итак, подведем итог нашим исследованиям. Каковы воздействия загрязнения окружающей среды на человека? Загрязнение воздуха приводит к легочным заболеваниям. Загрязнение почвы приводит к гибели животных. И как следствие происходит рост вредителей, паразитов. Гибель животных приводит к тому, что Красная книга каждодневно пополняется. Также загрязнение вод приводит к болезням и эпидемиям. Сохрани свою планету, сохрани свой дом. На этом наш урок окончен. Большое спасибо. Берегите себя.